Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Блэс Шмаус, Блэс Фемоус, Фемоус. Ну, здорово. Узел трех слов здесь, и произошло чудо изначально. Набожный и изнученный отрок взломился к вашей воле, окроя. Он поставил на землю бревно, сел рядом и с ним... и началась молиться. Он молился и надеялся, что мольба его будет услышана. Он молил о боли. Кайкай облегчила бы бремя вины, терзая его душу. А потом произошло чудо. Чудо заставило расти корни. Кое оплели его руки и ноги, но они не один жалобный крик не покинул его уста. Каждый житель земли сей был тому свидетелем. И все молились, узрев вечную радость от рока. О, коей тот заклинал. Все дерево триеную росло долгие годы, после чего Балаба, слово его три извилистые ствола и у него... Блядь, слишком много говорит. У него и три слова изрека. Отрок перед смертью, моя великая вина. Каждый год из середины сердца капает золотисто обжигающий сок, дабы... уковечить память его и тоже быть напомнено, что не оставило нас чудо изначально. Ибо извилистые были, есть и будут пить чудо. Короче, как я понимаю, сейчас будет босс. Да? Вот эти колокола! Вот они! Я думаю, где же они будут? Вот эти вот колокольчики, я вам за них заговорил. Воу-воу. Это что, цветные карандаши? Вот это враг довольно быстрый. Очень быстрый, если даже быть точнее. Окей, поехали наверх. Я помню, что эти колокола сбивают. А сюда таких, да, добавили? Замечу, что это одни и те же, что были с фонарями. Ну и с этими. Не фонаря, как они называются. Ну, вы поняли. Куда я иду хотя бы? Тоже сейчас не начну понимать. То, что там прохода нету, тут прохода нету. Сколько еще молиться потребуется? Ой, блядь! Потребно великому кадилу снова стоять и поклоняться голову. Ну, я думаю, меня тут ваншотнет, да?
Ни хрена, да, оно меня дамажит. Я понял, все. Виден свет, прихинайся. Так, для чего я сюда пришел? Я просто куда-то иду, непонятно куда даже, понимаете? Иду, чтобы идти. Ауч. Когда он поедет туда, я сразу стою и лезу. Окей, по низу, значит. Последняя попытка. Фу, да, это сложно. И она меня ваншотнет. Мне нужно рацион взять. А что если фастом все сделаю, ну-ка? Сложно. Фу, пронесло, сейчас бы меня убило на самом деле. Да ладно. Мне кажется, лучше потом, в следующий. Фух. Так, дымящее сердце из фимиама увеличит силу и время действия молитв, но также увеличит затраты рвения, но их произношение на одно деление. А, типа уменьшает. Труды и милости прискорбного чуда. Стих 1. Великое сухое дерево, в котором превратилось его святейшество трудами и милостью чуда, сгорело в ночь сильной бурь. Она горела 9 дней, и когда догорела, осталась огромная куча пепла, которая покрыла башню главной галереи. Кафедральная собрала оставшихся на вершине преображенных, пристав его
все те числа и всех, кто были там, и все, кто пришел и попытался забраться на вершину, были поглощены пеплом, и стало в кафедральном соборе тихо. Короче, сейчас она сюда едет. Едет обратно, и я спрыгиваю. Ага. Здесь я тоже спрыгиваю. Так, там тупик. Вниз, если еще, ладно, там проход. ХП у меня нету. Вот плохо то, что у меня ХП нету. Блять, я даже не вижу, что там внизу. Я понимаю, что там что-то есть. А вот что? Его фиг знает. А, лестница. Так и здесь, да, лестница получается? Ух ты ж, блядь. Ладно, плевать. Я здесь сокращение пути делаю. И найс. Так, хорошо. Я заберу ту вещицу. Сори. Так. Светящийся аметист. Драгоценный камень, от которого исходит сильный аромат фимиама. Матери материи украшены. Курильщицы были наполнены ценными камнями и буслами. И связаны их с испарениями своими. Этот аметист лежит в самой большой курильнице из всех, и благословенно его дает обладатель сильную защиту от магической атаки. Сильную. Тогда так. Тогда так. Теперь что мы делаем? Мы пробегаем обратно. Ну, короче, пока не сдохну. Ну, это легко сдохнуть, я имею в виду. Да спрыгнешь ты. Оп. Ага, и тут есть сокращение пути. Когда иду я мимо часовни вечной мучений, я не могу себя заставить войти внутрь, да? Войти в нее. Она все еще кричит о боли, как и в первый день, когда привели ее туда. Живое чудо. Говорила вокруг, чудо исполнило ее желание, и теперь мы молимся ей, взирая на ее нескончаемые испытания. Узел трех слов, да?
Охраняемся. Получается, я могу пойти наверх. Это то, что я, в принципе, должен сделать, как я понимаю. И сюда еще проход есть. И я пойду вниз лучше. То, что у меня там внизу ждет, я не знаю. О, нихера себе. Здравствуйте. Найс. Может, там тогда это будет, что ХП увеличит мне? Не, библиотека. Я слышу, как они читают, они бормочат. То, что написано в запретных трудах, это бормотание вечное, и отторгание его, единое попав в резюме мой, оказывается, покидать его. Я знаю, что любопытство мое погубит меня, если раньше меня не прикончит безумие. Так. Книги убивают. А с той стороны что у нас? Порталыч. Найс. Портал это хорошо. Портал это очень хорошо. Как тот, да, был парень? Блять. Я упал. Писатель какой-то. А это просто клон на тех же врагов, что и были с этими крестами. Только здесь библиотекарь злой. А то что за проход еще снизу? Босс? Уже? Так быстро? А, помню этого. Звук не утихает. Он отражается от этих забытых всеми стен. И никто не может определить его источника или его смутной судьбы. Ради любви высшей воли заглуши его, ибо давно молю я об этом. Давай попробуем. Так. Крестцовая кость. Немного похожа на какую-то плиту с рукописями. Этот священник-основатель библиотеки опровергнутых слов был известен под прозвищем Темный. Его поймали за занятием колдовством в окружении языческих писаний. А, то есть они будут атаковать, пока листья не упадут. Прикольно.
Окей. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, сразу у меня тропинка наверх, да? Вот, мне нужна какая-то листва или что это? Да-да-да, приятель. Я не знаю, что это. Зачем это сделано? Типа, я могу опустить грехи свои, но смысл? Ладно, хил. Не, он сильный. Он очень сильный. Мне кажется, мне вообще урон в процентах наносят. Сука. И главное, крыса ждет же меня здесь. Так, хорошо, поднимаемся наверх. Я просто сейчас задумался о том, что мне теперь делать. Ну-ка, я залезу сюда и... Что дальше? А хотя... Вот что. Ладно, это хотя бы не тот призрак, который на один удар потом пропадает. Это полноценный жопный призрак. Трава, дайте мне эту чертову траву. Я уже иду, хер знает, куча. Отлично. Здравствуй. Фу, бесплатно отхил. Единственный плюс от... Вообще просто плюс от этой бабищи. Так, лево или право? Давайте влево. Шо вправо. Мне хп нужно. Хей, йоги, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру по названию
Blasphemous, либо грешник. Короче, я так посмотрел по карте немного, да, вот тут проход есть. Вот вниз, и скорее всего я сюда просто приду. Типа сокращение пути будет. Мне нужно будет еще плутать вот эту часть. Верхнюю. И плутать еще вот эту часть. Ну ладно, у нас если что, там есть портал. О, добивание. А, все-таки этот гигант тут тоже есть. Ну, он на самом деле не такой уж и сложный. Не может быть, я мог поклясться, что свеча на этой картине горела. И по комнате гуляли ее отблески. Может быть, я теряю рассудок? Черный чеснок. Черный чеснок. Темная луковица, покрытая черной пылью. Найти ее добрый знак к тому. Потому что это первый плод, который родит земля после пожара. Говорят, в составе отваров он устраивает многие бури, хоть и немногие рискуют его попробовать. А что мы могли сделать? Толпа обыкновенных простых знахарей, слепых и глухих к смутной воле чуда. Молиться, молиться о прощении. Какой должен быть... какой должна была быть наша жертва, чтобы молитвы наши были услышаны? Во власти чуда. Был тот отрок во власти чуда, оказалось, и остальные из нас. Так, смотрите, а что мы делаем? Наверху я сдох, так? Так, а из-за чего я тут сдох? А, точно, шипы. Припоминаю. Припоминается. Галифтинки туда летали. Что тут у нас? Три картины. Что у нас? Остальные секиры. Давай сюда. Зажечь свечи, да, получается? Пошлите сюда. Хилимся. Идем дальше. Меня переполняет страх. Малыш перестал плакать. Как только передали мы его в руки той несчастной ивовой девы, ничего я не могу со словом... Ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что в этой ивняке есть что-то живое. И иногда оно словно качает малыша во тьме. Ладно, погнали сюда к бабульке, к торговке. У нас как раз очень много душ. Что можешь предложить? Поехали. Для меня это ценное сокровище. Ясно.
Так, ивовый узел. Бусина, сплетенная из ивовых побегов и покрыта лаком для защиты от износа. На долгие годы. Так. Плела ее руками матери, благосклонная свой труд, защищая от урона ядом. Херня. Так, пустой сосуд. Пустой сосуд куплю. Так, ключ инквизитора. Ключ от всех замков, выкованный из стали. Жар меча, который носит великий инквизитор, возвращается о его присутствии даже в этих холодных стенах. Фу, хорошо, что у меня столько было. Да, это сюжетный предмет. Так, подожди, у меня две склянки, да? О-о-о. Ну, такое, такое. Блин, а может тогда в правую сторону? Ладно, уже до лева дойду. Но это самое такое, как можно пройти. По идее, должна была быть зажжённая, да? Или нет? Хуй знает. Ладно, я понял. А-а-а. Коленная чашечка кукольника Себастьяна. Себастьян Вадьям жил в окружении кукол. Они стали ему семьей. В ту ночь, когда он погиб на пожаре в своем театре, оттуда доносились крики. «Я запрещаю тебе двигаться!» Так, на самом деле, если я сдохну, будет хуево. Поэтому я думаю, лучше не сохраняться для своего же блага. Поехали обратно. В чем опасность? Если я сдыхаю, я очень много прохожу заново. Хорошо. Ну, здесь врагов, в принципе... А, стой, ты тоже аж это... Херня это. Ладно. Ай-яй. Ух ты ж, ё-моё. Жопа. Вот это уже жопа намечается. Ну ладно, тут хотя бы не так далеко мне идти. Отсюда вот. Вот отсюда только пшку и все. Не, могу как бы вернуться. Потому что тут сейф недалеко. Вообще стоит недалеко, поэтому мне по-любому здесь придется храниться.
Так, окей. Дальше мне нужно перепрыгнуть, хотел сказать я. Но я не перепрыгнул. Не смог. Так, а что? А в чем заключается сложность вот здесь вот? Если что, я запомнил книги. Для тех книги забыл. А, похуй. Айч. Хорошо. Так, мне уже 11. А, я плыл, мне уже 11 тысяч, ну ни хера себе. Да. Сейчас меня, блядь, тут и распилит. Ладно, пронесло. Ух. Сейф. Сегодня вышла луна в длинном платье со шлейком. И был смотреть на нее между зверобоем и тенью. Босс? Кайша без имени, найди братьев моих и направь их ко мне. Ну так я уже тебе направлял этих ангелов, да? Маленьких. Которых я спасаю. Ну, только ты мне дай двойной прыжок, пожалуйста, для этого. Потому что так мы с тобой процесс не улучшим, поверь мне. Поверь мне на слово. Так, походу босс, да? Найс. Только я немного не понял, как драться. Что не так? Что не так с этой тварью? Понять бы еще, как босса бить. Пиздец.
А его возможно бить? Он со мной даже, понимаете, я ему даже хп вообще не вынес. Да. Это босс точно. Зашибись. Вот херня это постоянно в движении, то есть... Мне хотя бы понять, как ее атаковать правильно. Потому что она типа движется и все. Она даже телом своим меня атакует. Что с тобой не так, алло? Девушка. Она как... Она двигается, блядь. Как глючная какая-то. Просто даже в этом проблема, понимаете? На самом деле, меня просто разорвали. Окей. Да уж. Мне кажется, это будет... Это номер один по сложности босс. Из-за того, что когда он двигается, у меня просто минус глаза. Он плюс еще скрежет и сдает такой неприятный, очень неприятный. А, я понял, тут же минус FPS, всё. Чем я удивляюсь. Чему я удивляюсь, если тут 22 FPS? Я удивлюсь, если я босс этого вообще смогу убить. Ой, стой, так у него хп осталось. Нет, серьезно. ХП там был на один удар.
Мать. Походу я очень... Блин, нужно было тогда заюзать этот. Свою способность, когда я уже с ним надрался под ним. Потому что он двойной урон получал. Ладно, как-то с горем пополам. И меня еще в конце хвостом ударили. Вот было бы сейчас охерительно, если бы у меня было минимальное сейчас количество ХП. Меня бы просто сейчас убили. Не хочу рисковать, поэтому я лучше вернусь. Сохранюсь. Я понимаю, что все равно прогресс даже и так сохраняется, но мало ли там меня что-то ждет жесткое. А, подожди. Ей точно нужны ангелы? Пойди, да? Ну, блин, ну это... Мне нужен полет. Тогда мне нужен полет. У меня полета нету. Сколько у меня баночек? Минус FPS, да? Так. У меня две банки, которые я могу сделать в виде ХП. Так, у меня 14 тысяч, не забываем. Библиотека. Это что за проход? А, я понял. Да. Я так и поверил. Что же это за место? О, здорово. Так, чеканная маска. Чеканная маска Крещенти. Артефакт найден в руках мертвого архидиакона. А в пыльной библиотеке. Признание Крещенти. Страшные времена сказались на разуме того, кого я когда-то посчитал как отца. Он подался суевериям и обманом... обманом деревни и затуманенными глазами отправился на поиски невозможного среди алтарей матери. А Дальфос предал доверие на Ислайшево спрятался
среди холодных пиков со своей армией слуг. И говорит о самосозерцании, оправданной ленью и нехваткой веры. Остался лишь один человек в своем уме, способен подняться в мраморном зале. Это я. Запретная тома, эти бесконечные полоты не устоят перед усилием моих... Блять, я уже заебался играть. Сколько я уже... Я с первой серии, блять, подряд уже снимаю, хуй знает сколько. Бля, я просто уже заебал. У меня язык не чушь. Ничего не происходит, в смысле? Ладно, я понял. Потом я сюда пойду. Потом я буду возвращаться обратно, чтобы сходить. Ну, в принципе, да, только сюда. Ну, блин, босс, на самом деле... То, что там на нем FPS падает. Вот единственный огромный пизда какой минус. Что мне это дало? А вот это да дало? Ну, нахер нам не надо. Ей-богу. Вот это может быть да, я куплю. Так блин, а это значит мне еще до хера играть. О, что тогда на лифте? Пойдем вниз. Я спущусь туда. Посмотрю, что там. Мне нужно две вещи. Первое — это двойной прыжок. Второе — это создавание вот этих ебучих лиан. Или что это, не знаю, корни пускать. Заперта еще нахуй. Охуеть. Изи. А, ну полетели наверх. Потом продолжим. Я же еще вспомнил, что мне нужно к ключнику было подойти, да? Я имел Дисон, ночной страж ремеслов, твоей власти. Спасибо тебе за то, что заставил умолкнуть этот непреклятый звук. Ух ты ж, ё-моё. Плюс до хера. Ладно, и полетели обратно. Так, у нас, короче, три прохода влево сейчас. Наверху вот выше право и влево здесь. И еще справа с этой вообще стороны. Блять, еще и тут, а. Ну давайте сюда. Ну типа за каждого убитого босса у меня увеличивается урон. Теперь юзать банки. О, тихо, отбивание. Жестко.
Так, окей, куда эта лестница спустила? Ага, я понял. Найс. Ждем. Оп. Отлично. Великолепно. Так, тазовая часть. Тазовая кость проститутки Джуны. Джуна Спайрос, которая пользовалась в епархии большой популярностью, соблазнила и развратила многих священнослужителей. Но ее прекрасносновенности пришел конец, когда упали на землю первые хлопья пепла. Буду надеяться, что я не усложняю, наоборот, игру из-за вот этого, что я сейчас делаю. Ай-яй. Так, если сейчас вышибут призраки... Крыша. О, это другая локация, слышите? Давайте посмотрим, что с той стороны. Скорее всего, всякие горгульи, да, будут. Да. Уже. Уже какое-то дерьмо летает. Не, все-таки церковь эту не убрали с крышей. Сложно. А, так там еще дерьмо это нападает сверху. Главное не ломать цепи, да? А нет. Срать. Сильно жестко. Маски. Отдать. Значит, мне маски нужно, да, принести еще? Так, сюда не пойду. Я лучше пойду наверх, посмотрю, что там было. И, в принципе, можно заканчивать. Так как уже время подошло к концу. А что это за подстава? Я думал, он до конца подъедет. Нет? Нет, так нельзя.
Но мне теперь нужно туда обязательно прийти. Слышь, монахи, проклятие теперь точно видно, ну, ярко отображено, сколько типа. Да, оно в процентах забирает все. Не, собака эта херово, блядь, не одноразовая. Многоразовая. Пиздец. Так, стоять, я забыл запустить запись. Я, короче, только что сюда выше немного поднялся. Ну, типа, ниже там та хуйня, где я умер. А, я подобрал ребро стражника Сабнока. Стражник Сабнока был один из воинов миропомазанного легиона и нес на себе печать скрученного. Он яростно защищал городские ворота, даже когда вокруг разорался хаос. Все. И все. Тут больше ничего нету. Ну, дальше, может быть, что-то еще есть. Не знаю, ну, давайте пройдемся. О, наглунулся. Тихо. О, пиздец, он все-таки атакует. Понимаете, он уже мертв, но он атакует мертвым. Как это возможно? Как это бесит? Так, если там шипы, значит лучше валить отсюда нахер. А, точно, здесь с масками. Да. Серьезно? Ну, ладно, этот несложный. Ой. Ой. Он баскетболист. Ага. Так, что мне дали? А, метка первого прибежища. Знак защиты, который освобождает своего владельца от боли. Рана появляется на плоти их госпожи, которая страдала вместе со своими подчиненными. Скоро провела детство в деревне, стоящей на пути, по которой часто путешествовали узники церкви, осужденные за преступления и грехи. Из окна своей комнатушки она видела, как эти узники один за другим поднимаются по склону холма. А, добравшись до вершины же, готовились они к наказанию и истязаниям, которые сопровождали их до самой смерти. Окей, чувствую, меня тоже скоро кухнут, да? Скоро кокнут. Сейф, 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 сейф. Окей. Сейф. Ну, то есть, как-то так, окей. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. В следующей серии я пройду сюда, и я пройду сюда. Если я спущусь сюда вниз, еще ниже, да, я пройду вот это, посмотрю. Блять, ну, мне кажется, там открыто. Или нет? А фиг его, ладно. Как раз нужно будет тогда и вот эту местность прочухать. И потом наверх идти.
Давайте тогда, я думаю, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.